Более 700 дербенцев вакцинированы от коронавируса. В городскую поликлинику поступило еще 400 доз вакцины «Спутник Ви». В приоритете по-прежнему остаются медики, учителя и социальные работники. Перед прививкой они прошли обязательный осмотр врача. Также желающих вакцинироваться опросили на предмет наличия хронических заболеваний. Только после этого им сделали прививку. Так как у меня приезжают внуки, дети, и в целях безопасности мы решили провакцинироваться супругом.